В третий раз в Иванове прошел спортивный семейный праздник «Дети на старт». В полюбившемся ивановцам в марафоне ползунков приняли участие самые маленькие жители города в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. На старт! Внимание! Марш! Итак, это участники 4-го забега. Число участников года от года примерно одинаковое – 100 человек. 50 в категории от 6 месяцев до года и столько же в возрасте от года до 2 лет. Хотя желающих выйти на старт гораздо больше. К сожалению, у нас нет такого большого спортивного зала, который мог бы вместить всех желающих. Как только он появится, так сразу количество участников мы увеличим. Чтобы удвоить шанс на победу, семья Бойко подготовила для своего сына Артура красивый костюм в виде пчелки. Настроение отличное, хочется очень ребенка в чем-то, чтобы он участвовал, продвигать его в дальнейшем, хоть мы еще маленькие, с маленького возраста приучать его конкурсам, олимпиадам и так далее. Эти соревнования, хотя и для самых маленьких, но проводятся по строгим правилам. Каждому малышу нужно преодолеть дистанцию длиной в 4,8 метра. На выполнение задания отводится всего 1 минута. Кто-то за это время даже не смог стартовать. Судьи, давай, Чтобы получить свою серебряную медаль, маленький Арсений настолько выложился во время соревнований, что не дождался церемонии награждения и уснул. Вырвать победу соперников ему помогли любимые игрушки. У нас пирамидка идет, и хлопанье руками начинается, когда мы хлопаем, он все делает. Абсолютным победителем марафона ползунков стала Дарья Лемешко. Дистанцию она преодолела меньше, чем за 11 секунд. Я показывал, как ходить, она за мной. Это еще мы секретные средства не взяли с собой. Ноутбук, сумку. Помогли только ключи. Марафон ползунков – это тот случай, когда победители еще не могут самостоятельно подняться на пьедестал почета. И тут им с удовольствием помогают взрослые, которых переполняет гордость за малыша. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.